Вас приветствует Алена Ариес. Вы прямо не поверите в услышанное. Что же вас ждет? Девочки, ну ждет какая-то поездка по инициативе мужчины. Но в данном случае мужчина может быть не только ваш, вот он светленький, рыжие или белокурые волосы, светло-карие или серые глаза, активно целеустремленный, жизнерадостный. Вот такой мужчина. И здесь вариант, либо вы поедете к нему, либо он куда-то уедет. Если равно на расстоянии, может быть встреча, но недолгая. То есть мужчина приедет. Но я больше всего, в принципе, я вижу вашу дорожку, то есть мне карты уточняют, ваша дорожка. Это может быть поездка к мужчине или переезд к мужчине. Причем переезд к мужчине не только для тех, у кого роман на расстоянии, но и для всех абсолютно это может быть. Даже если в пределах одного города, я тут вижу инициативу мужчины для того, чтобы вы были вместе. Вот это очень важно. Так что действительно не поверите в услышанное. Для детального рассмотрения конкретно вашей ситуации пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру телефона. А еще подарок внизу для всех незамужних девушек и женщин.